Сигнатурный радар-детектор Silverstone F1 Monaco видит стрелку и оснащен 4 режимами работы. Радар-детектор Silverstone F1 Monaco поставляется в коробке с подробным указанием всех главных фишек. В комплекте прилагается зарядное устройство со сквозным разъемом в гнездо прикуривателя и фирменным разъемом питания на 12 вольт, плюс крепление присосками и короткий мини-USB кабель подключения к компьютеру. Дизайн и внешний вид Silverstone F1 Monaco классический, выполненный в угоду эргономике и удобству применения в повседневных поездках. Корпус выполнен из пластика, качество сборки и подгонка панелей на высоком уровне. На лицевой стороне прибора внимание привлекает блок радарных детекторов с прорезью воздухоотвода. Во время использования прибор заметно нагревается, поэтому весь корпус снабжен сетью вентиляционных отверстий. Сверху вынесены все управляющие клавиши переключения режимов чувствительности и настройки параметров через меню, выводимого на монохромный дисплей с торца. В одно нажатие кнопки Mute можно отключить все звуковые оповещения. На торцах корпуса присутствуют разъемы мини-USB и гнездо питания, плюс аналоговый регулятор громкости колесиком. Снизу корпуса вынесен громкий динамик, оповещающий о приближении к камерам и радарным комплексам. Озвучивается дальность и тип дорожного комплекса. Сигнатурный радар-детектор Silverstone F1 Monaco распознает радарные комплексы в К и К диапазонах, определяет лазерные дальномеры на 360 градусов в диапазоне длин волн от 800 до 1100 нанометров. Сигнатурный фильтр ложных срабатываний эффективно определяет стрелку. При помощи 4 режимов чувствительности можно выставлять порог срабатывания, а с помощью дополнительных настроек отключать распознавание отдельных диапазонов. Благодаря яркому OLED-экрану управление и настройка осуществляется интуитивно и быстро. Также прибор оснащен GPS-приемником спутникового сигнала, а в сочетании с регулярно обновляемыми базами дорожных комплексов можно не сомневаться в оповещении о грядущей автодуре.